Утро в Иерусалиме. С матрешками на Матрешкинской улице. И вот сюда идут под солнышко. Вот Лена со Светой. Мы только что вышли из своего отеля. 8 часов утра. Куда пойдем? В кафешку? Кофе попить. Что-то увидим по дороге, может быть, сядем. Вот мы опять пришли на фонарики китайские. Везде сидят попрошайки, денежек просят. Сними меня к центру. Вот так. Не, руки видно. Вокруг победного. День очень приятный. На солнце уже становится жарко. Мячик, значит, Рио. Нет? А, нам куда?